Всем здрасте. День добрый. Сегодня тот самый... Настал тот день, когда у Ромки очень сильно болит сердце, потому что сегодня 0,7 вискаря превратится в ликер. Делаем ликер. Да. Ой, зря. Ну давай, что нам? Что? Будем сегодня делать домашний... Бейлис. Для этого нам понадобится кофе, сгущенное молоко, собственно, вискарь и сливки. Процентовку, и ванилин. Также блендер и емкость, в которой все будет перемешиваться. Процентовку всю, вся будет в описании под видео. Берем. Бутылку. Открываем. Небольшое количество наливаем в кофе. И перемешиваем. Я могу выпить это. У тебя сердце встанет. Да. Так. Перемешали. Ставим в сторонку. Может, хоть попробовать? Не надо, потом попробуешь. Берем сливки. Вообще классический 33%. Но с ними получается, он очень густой, поэтому мы взяли 20%. Выливаем в емкость. Добавляем туда ванилин. Дозировка будет всех ингредиентов на 250 грамм чистого алкоголя. Я делаю 0,7, поэтому дозировка у меня чуть больше. 0,7 вискаря? Нет, там будет на 250 грамм. В описании будет ингредиенты на 250 грамм. У меня их больше, потому что объем... Огненной воды больше. Сливки обязательно должны быть охлажденные. И будем взбивать это все в течение 5 минут. Теперь добавляем сгущенку. Такие добротные продукты тратит. Не нравится? Нет. Чего? Не жрите. Добавили сгущенку и что дальше? Снова перемешиваем. Блендером? Блендером. Полетели? Полетели. Все, перемешали, все? Перемешали, да. Теперь добавляем наш кофе. И, собственно, огненную воду. Оставь мне хоть
Стоп, опять что, тебе жалко, что ли? Все, хватит, не выливай все. Все. И перемешиваем. Все, в принципе, готово. Разливаем по бутылкам, ждем 48 часов. И можно пробовать. Ну, в принципе, можно пробовать уже сейчас. Ты не хочешь, Роман, продегустировать сей напиток? Конечно, хочу. Очень хочу. Вот сейчас пол-литра продегустирую. Я тебе потом продегустирую. А потом стрим. А, давай зелье. Вот что получилось. Тут смесь какао. Я думаю, ложечку бы мне найти. А, уже это. Все готово. Эй, что-то много. Сейчас буду пробовать. Вискарик. О, взяла, полетели, салфетки полетели. Взяла, вынула вискарик. Зато какую вкусняшку я сделала. Держи. На вкус? Ой, на вкус. На обоняние кофе охуенно пахнет. Ну, кофе. Че, ваше здоровье? Охуенная хуйня. Этот, чуть-чуть вискаря, привкус где-то там. А так кофейная такая охуенная хуйня молочная. А сгущенку чувствую тоже. Он еще настоится? Будет вообще. Ему еще попрохладнее быть. Охуенная хуйня. Пробуйте. Очень понравится вам. Все ингредиенты будут ниже в описании. Но не на такую граммовку. Сейчас будем переливать еще. У нас получилось здесь, это трехлитровая кастрюля. Где метка? Ну, литра два, короче, у нас. Метку даже не видать. Литра два. До двух, ну да, где-то два, до двух с половиной немножко. Больше. Ну, 200. Вот такой в итоге красивый и вкусный ликер у нас получился. Пробуйте. Думаю, вам понравится. Ну, я что, по традиции, ваше здоровье. Попробую. Остатки, так сказать, для дегустации остались. Бля, очень вкусно, кофейный вкус. Че, всем до скорых встреч. Счастливо. Пока.